Всем привет! Проводим эксперимент по эксплуатации чудо-блендера. Это же блендер, правильно? Пум-пум-пум-пум. Чудо-блендера швейцарского. И куча полезных сыроедческих продуктов. Так, закроем штуку. Это блендер. Так, здесь все у нас со скоростями. Ручная, первая, вторая. Давайте. Вторая. Полетели. Давайте попробуем. Штатска подсказывает, что это на самом деле не блендерный миксер, но мне это известнее лучше, что это блендер, блин. Но он как-то даже еще должен открываться, показать результаты. Вот оно, какие результаты. Пенка. Что же под пенкой там у нас? Консистенция жиденькая, морковка разбитая, ложка тонет. И это даже можно сейчас выпить. Ну, для смелых духом только. Слабые они не пьют, они боятся. Давайте еще раз. Ну-ка. Что там дальше у нас? Ну, то же самое, в принципе. Дайте-ка мне стаканчик ассистент, подайте вам эту кружку. Ассистент что-то не очень доволен, ну да ладно. Так, посмотрим, что получилось. Зеленый коктейльчик. Так. Ну-ка, а на вкус? На цвет отлично. Не каждый может смотреть на такое, а пить тем более. Ням-ням-ням. В общем, товарищ отлично справился со своей задачей. Сбил все и вся. Теперь мы это все съедим. Спасибо за внимание.